Итак, всем привет, это я, Алекс. Мы выезжаем на Горный Алтай, это у озера Джилукул. Сегодня у нас полночь с 12 на 13 июня. Мы вот едем в таком вот замечательном газоне. Такой вот грузовик, весь заапгрейденный под повышенную проходимость. Высокий вид с него. Вот, надеемся, что в этом походе все будет у нас хорошо, чунга-чанга. До встречи в эфире. Итак, доброе утро у нас. Первая ночевка прошла вне регламента между Новосибирском и Барнаулом. Сейчас хочу показать тот транспорт, на котором мы перемещаемся. Это по суперзвод. Это есть прокачано фото в админ. И вот собачка. Ночевали мы в поле. Вот в таком замечательном красивом месте. Windows заставки. Тучи комаров. И сейчас мы движемся в сторону Барнаула за нашу остальную экспедицию. Вот я сам. Вот Родион. И вся наша команда. Слева написано Новосибирск. Справа. Вот было бы лучше, чтобы Алтай. Ты Алтай. Алтай. Там вот такое. Алтай. Парень. Итак, всем привет, это Алекс, мы находимся в Бийске, вот мы как раз затарились в последнем цивилизованном магазине. Обязательными вот такими вот атрибутами для любого похода, это, конечно же, чистая вода. Вот, это чистая вода, она очень чистая, она чище, чем в родниках. Вот, мы будем пить воду. Воду будем пить. А это вот пятки чулушмана. Понюче. Это мы сейчас пойдем в Кургане, да. Я вот увидела, что это ей Белый дом. У него такое новое название. Белый дом называть. А, Вася, Багентов 007. Сейчас кто-то прыгает на лестницу, значит, поверх. Вот, а мы делаем... И в окошко, да. Да, мы делаем. Катунь. Сегодня у нас 13 июня 2016 года. Видно, что Катунь поднялась не по-детски вообще. Реально не по-детски. Мы здесь были 1 мая, и вода была гораздо ниже. Но сейчас как раз идет сход. Это у нас бешеный Родион. Это у нас Кузя. Это у нас Белый дом. Мы сейчас идем к Стелле. Здесь находится въезд, как бы, в Республику Алтай. Это самый Горный Алтай, легендарный. Вон там гора Бабырган вдалеке. Здесь все поломали, я рассказывал на прошлой экспедиции, что здесь деревья были, все здесь поломали. Нафиг все снесли. Сделали вот такую трейн-брейн, как говорится. Вот это я, Алекс. Всем привет! Мы поднялись на Семенский перевал. Видно, что люди здесь есть, а снег уже сошел. Вон вершина Сарлы, снега на ней нет нифига, ничего, чуть-чуть только. А вот в мае мы здесь были, здесь снега было очень много. Вот наша машина, Белый дом, вершина пика 20-летия присоединения России Алтай, Алтайской Республики.
И вон вдали видно горы, куда мы поедем. Легкий снег, пасмурно, увидим. Лесом. Так, мы поднимемся на Чикитаман. Мы уже второй перевал там уже. Ну, вот. Мы на Майске ездили, там и дождь, и снег, что только не было. Это Средний Алтай, там Южный Алтай. Там другие правила, там горы делают с правил. Туда дожди не пускают. Нет, Чикитаман вечером. Завтра может быть прохладненько будет. Доброе утро. Сегодня у нас 14 июня. Мы стоим на Большом Еломане, речка. Вы ее прекрасно знаете. Эта речка такая чистая. И она поднялась вот как раз к этому числу. Мы не смогли ее форсировать на ту сторону. Поднялась несколько раз. Я сам. А это под березовики прямо здесь, прямо в биваке у нас. Алтайский подберезовик. Собачка. Итак, мы добрались до Белого Бома, такое няшное село туристическое. Здесь так все оборудовано. Вообще Алтай, конечно, прекрасен, такой нежный изумрудно-зелененький, свеженький, только-только начинает распускаться. Зелень, лето, жарко, печет. А вот там находится памятник погибшим красноармейцам, которых сбросили со скалы. Вот. Вечная слава борцам. А вот наша машина проехала. Белый Бом и Большой Дом. И горы. Это олень. И я. Поехали, Максим. Thank you.
Это с левой стороны. Вот он. Дерево, хотя переводится как одинокое дерево. Суровый край. Здесь зимой температура падает до минус 50. В 2010 году это село растрясло землетрясение под 8 баллов. Раскатало в блин в хлам. Вот, Вова, мы в этом 100 чинились тогда с хатиком, вот здесь вот. Здесь мужик грамотный. Аникс, это гостевой дом. Аникс да, чуть да. Дальше. Вот, Аникс там дальше. Вот, смотри, стоит. Но это такой, он целиком продает. И вот там еще одна машина. Вот Аптан и напротив нее Аникс, вот здесь. А, вот он, Аникс. Сосна. Камушки продают. Соль что ли продают? Соль точно. С пачками соль. Картошка, все дела. Принесу маме, поставлю на стол, спрошусь. Зачем? На эльфийскую горку. Ну и соль нет. Так подпрыгивай. Пошли за кошагачи. Да, там за нами УАЗик. Движемся. Еще в сторону Бабазуна. Растительная совершенно другая, такая нежная зеленая дымка на красных горках. Подъехали до Бабазуна. Здесь снег, щелёт повсюду. Счастливые, как дети.
Бля, слушай, глубоко. У него прям это аж колесо захлестнуло. Да занесу, что ты, Вова? Да ну на. Бугузуна! На Кузе! Кто там? По течению полный вперед, шкипер! Там Родион на острове. Эй, Робинсон! Давай, давай, давай! Дюбель 2, потому что одного всегда мало. Нужно сюда делать дюбель 2, а вот я сам. Да-да-да-да. Он за мной приехал. Да, он за тобой приехал. За Робинзону. Вообще. Вон там наша команда. Сейчас мы... речку прошли, сейчас горку чуть-чуть. Еще Чунга-Чанга. Врагу не сдается наш гордый варяг. Кузин. Маленько. Сейчас показываю состояние голубого. Да, истинно живой природы местной алтайских краев. А вон там стоит юрта. Сейчас мы сфокусируемся и ее приблизим. Здесь живут местные чабаны, пасущие скот. В таких красивых краях мы сейчас путешествуем. Еще раз проходим Бугузин. Уже его верховья. Сложная дорога мотает старого пирата. Ха-ха-ха. Блять.
На Вугузине есть такое местечко, называется Каменная крепость естественного происхождения. Каменная твердыня, стоящая на одном из склонов речки, очень напоминает древнюю стену, типа китайской. Вот, смотрите. Высота 2550. Там внизу где-то наш лагерь находится. 2 года назад мы поднимались вот вон туда, в ту долину напротив. Там немножко поблуждали. Вовка пошел еще дальше. А мы возвращались тогда. Сейчас, может, туда не пойдем. Вот здесь именно тот самый Алтай. Дикий, как 10 тысяч лет назад. Доброе утро. Сегодня у нас 16 число июня, и мы находимся на Бугузинских ключах. Здесь находятся волшебные такие вот роднички учебные. Местные их это очень любят, на них ездят сюда лечиться, пить водичку и почитать духов, повязывая вот здесь такие вот ленточки и выбрасывая бусы. Здесь этих источников очень много разных. И там течет речка. А, вода, смотри, вода, она стала прозрачнее. Да, 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 да. И меньше ее стало. Вчера вода выше была. Это хорошо. В этих волшебных источниках люди лечатся, пивая водичку из них и думая о хорошем. Мы сейчас точно так же сейчас попьем водичку и будем думать только о хорошем. И пойдем в лагерь, наш базовый лагерь. Там люди кушают кашу. Смотрите, турист идет. Ты откуда, мужик? Иди садись, кушай. Там у нас гречка есть, посмотри.
Настоящая. Бугузинские источники. Черная, да. Вон здесь домики, как мы здесь жили. Палате. Стол. Печка. Хороший домик, здесь тепло, если печку натопить. Вот мы собираем вещи. Сейчас поедем. Вот сама округа. Пойдем почитаем надписи. Что здесь написано? Вот. А здесь написано: посетителям целебных источников аржанов необходимо соблюдать следующее правило. Аржан является сакральным, особо почитаемым местом коренных жителей Алтая, поэтому не надо вести себя. Поэтому надо вести себя скромно, не шуметь, не сорить территорию аржана, не рвать цветы, другие растения. После себя не оставлять старые одежды, использованную тару. Приехавший на аржан устраивается подножье аржана. По требованию традиции правил нельзя переходить через верхнюю часть источника. А посещение аржана начать с проведения обряда сансары, то есть обращение к святому Алтаю, духом гор аржана, с молитвенными словами «Алкыш», где в основном выражается, кроме воспаления Алтая, личная просьба, желание приехавшего. Привязываются ленты кайра джама трех цветов – белый, желтый, синий. Окропляется молоком, чаем, сан, костер, кладут продукты. Курсакам бажи. Сан – это самое почитаемое место, где человек общается с невидимым миром. На аржан приезжает период новолуния с 3 по 16 число лунного календаря, находится 3, 5, 7, 9 дней. Запрещается распивать спиртное, заниматься охотой, рыбалкой. А Кокуринская сельская администрация. Вот. А здесь на алтайском написано: Аржан он айлы калынкэн эн балу а русулу айк. Айсалат туйдуш зелючулу. Ой. Вот. А что на том щите написано? Сейчас почитаем. Вот здесь вот такие вот виды просто невероятной красоты. Высота здесь 2350 над уровнем моря. Вчера мы поднимались на ту гору, крепость, которую я назвал. Вот. Утвержден постановление правительства Республики Алтай 16.02.06 года, номер 38, цель сохранения уникального природного комплекса, естественный источник, водный источник Бугузинский, площадь памятника, природа 1 гектар, площадь охраняемой зоны 6 гектар. Запрещается любая хозяйственная деятельность, угрожающая сохранности состояния памятника природы, способствующая воздействию на геологический режим химического состава источника, Министерство природных ресурсов Республики Алтай, город Алтайск. Ла-ла-ла. Вот. Так, вот такой вот здесь. Здесь такие домики, здесь люди могут жить. Бесплатно. Вот только сюда добраться не просто. Здесь практически никто не живет. В этих краях только чабаны. Как раз чабан, кстати, приезжал сейчас только что. Это мой знакомый оказался, который в 2014 году здесь был. Впервые в жизни он туда приезжал к нам. На эндурике на зеленом. Вот самый человек у меня вспомнил из кургана. Чувак. Все, он был очень доволен, рад, что он меня увидел.
поднялись на Бугузин, перевал, там у нас Тыва. А тогда снега там было внизу. Вот это меня и пугает, что снега нет, значит где-то в грязь вляпаемся. Грязь-то внизу будет, твоя любимая. Так она вон, сейчас все везде начнется. Нет, здесь каменисто, а там внизу, там, вон там далеко. Ну да. Так и здесь сейчас ехать тоже надо будет дорогу искать. Ну, канистра валяется на станции, нет? Нет. Вот здесь вот, видишь, здесь снег? Вот это мало, здесь прям снегу было до хрена. Мы там прокапывались, короче, проезжали, там снег был. Вот здесь, здесь, там, это тоже тувинская оба. Под буддизм заточена. Что здесь запрещено? Охранная зона. Да что там запрещено? Непонятно, что запрещено. О, у меня уши заложило. Угу. ЮНЕСКО. Дробишь моя. Веселые местные ребята. Не только цветные ленты, но и молитвы на каком-то непонятном языке. Вот. Ему не страшно, с такими рогами можно и вплотную подойти. Да. Колоритное создание. Да. Ну да, впереди еще. И близко нельзя к ним. Это дикие, ну почти дикие, они к себе человеков не подпустят. Нет, агрессивные могут быть, поэтому подходить нельзя особо. И они говорят не му, а... Да? Да, они хрюкают. Охренеть, не встать. Такие они чудные, конечно. Вот сбоку бык, они, да. А сзади конь. Ага. Ну вот коньяк. Но не к этим. Не к коровам ближе, наверное, к якам каким-то. Так это и есть яки. Ага. Сарлык, местно сарлык называют. Так як. Офигенно. Ну это маленький совсем приоцовый. Коровки. Речка Магенбурен поднялась. О, прямо вплоть до моста. Сейчас пузи переезжает будет. Залыхает деревенька. Дети бегают, женщины ходят, а мужики, значит, тут что, не проснулись, получается.
Не, вон твой мужик. О, на фермере. Машина. Мичиган. Смотри, даже дорожные знаки. Вообще. Вот школы есть. Школа? Ну. Это же переход, переходный переход. Дети все. Ну, школа. Школа, детский сад. Да, все положено. Вот магазин. Шмитель-гешефт. Бай авар называется. Угу. Даже открыт. Победы, а что-то надо? Не знаю. Вот, наверное. Уважаемое место. Кизылхая. Стоит ступа буддийская. Там Будда сидит. Вон, видно Будда. Там ленточки вяжут. Вон само село Кизылхая. Видно. А здесь животные стоят. Козел, баран, лошадка, сарлык. Государственная граница с Монголией. Там далеко Монголия. Памятник Байпаку. Ясно, ты садись на тарелку.
Памятник кому-то стоит. Столовка. Сутендер Солчак. Ой, у нас уже там на парке. О! 100 рублей. Там уже дядька, да, уже приготовился к нам, его держат. Одесса. Привоз. А, я вспомнил, как мы ездили. О, Одесса, действительно. Ну что, закатим лысого? Да, сюда заезжали, точно, точно. Вот. А что здесь? Здесь типа банк и кафешка. Вон флаг, и сюда же гостиница. Клинчик-то, Саша, здесь же где-то. Да, 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 да. Там, где флаг. Улица Санышери. Понятно. Нормально делается. Местное население, некоторые, особенно которые держали сами ради. Львы. Да, какие-то китайские. Ой, монгольские какие-то. Хейли. Вова, еще чуть-чуть и налево поворачивай, там вот как раз кафешка была и вот эта гостиница. Нет, нет уже. В Сибирской есть или ее нет? Вон та синяя была. Да? Или вон...
вот она на Кэпосе и показана, вот я тебе про нее говорю. Она через 6 километров брод упрется через речку Корбы, которая слева. Отлично. Вот и все, у меня показывает все, шарманка ты моя. Сейчас опять на какую-то на тропу вышли по Кэпосу. Вот эта дорога, она на брод ведет. Вот еще вот эти. А это поверье, да, что их нельзя разбирать, что. Ну они, они заговариваются шаманами, ну, чтобы их не трогали. Чтобы кто-то их ископал, чтобы у него потом это. Проклятие. Да, да, да. Шпрак мне писал. Очень приятно, прям тоже не пустот. Так хочется. Ага. Огромная вода, сверху стен гор, эти камни натянуло, уже обточено круглой водой. Угу. Что ты там? Я все наконец-то узнавать стала, меня научила, узнавать стала чабрец, но он безумно вкусный, здесь прям вот моя любимая здесь травка. Здесь и горные просто. Травы, они всегда вкусные, самые насыщенные, самые ядреные. У меня просто любимая трава, это чабрец. Вот, я прям не могу. С обручем. Они ближе к тыве такие, такого вот направления. Смотри еще раз. Да, да, да. Заново, хочешь сказать? Ну да. Возможно. Сами вот эти музейные работники, они когда вот экспедиции делают, они раскопают, потом аккуратненько закопают, золотишко заберут, по карманам рассуют, шлем золотой оденут. Поднялся дождь, страшный ветер. Мы стоим здесь в долине реки Корги, в ее истоках. Палатку всю за ночь раздрепал, размотал, расколбасил ветрами, с дождями. Вот, решили на озера не идти. Немножко гуляем тут по Туинской речке Коргы. Вода поднялась, мы хотим погулять.
на перейти, она чуть-чуть что-то чем дает. Ну здесь ерунда перейти. О, камень там. Джулукул впереди у нас. Движемся к Джулукулу. Кузя нас. Вова весь всех высадил, типа у нас жопа тяжелая, и мы едем пешком. Вот. Приближаемся к Джулукулу. Вот оно, озеро Джулукул. Озеро покоя. Находится на юге Луганского района. Третье крупнейшее озеро на Алтае. Она диафрагму закрывает до того значения, которое ты установишь, что ты, ну, видел, какая там будет резкость, мог оценить, как это будет выглядеть той диафрагмы, с которой он сработает. Супер. Кадр. Я еще здесь фотографию. Ой, а на это, говорит, рецептик нужен. Говорит, тогда это точно. Я вообще просто, ну а что делать? Уже как бы все, уже билеты куплены, все вот это вот. Ну, болит, да, ну, тю-тю-фу.
согласен, в автоматике, все хорошо. Вот-вот-вот. Слушай, тебе так вообще надо было, значит, это шерстяные или тоже. Нет, я вот вся в шерсти, в шерсти. Носки, ноги, да, и вот, вот это вот, да, вижу, как голову, да, да, спину. Видите? Да, уж, как лучше. Зато вид крылья. Жулукуй. Прощается с нами, с вами красоты. Я бы чайными. Приехали мы на Джулукул 19 июня 2016 года. Джулукул нас встретил необычайно красивыми закатами. Снова парадом из седых влас облаков, легким дождичком и просто необыкновенными красивыми горами, покрытыми снегами, причем к северу более обильными, чем к югу в сторону Тывы. Но, тем не менее, нам не удалось остановиться с ночевкой на этом замечательном озере. Только лишь из-за того, что нас попросили покинуть инспектора природоохраны. Здесь, оказывается, нельзя находиться вообще никому. Даже нам. И даже мне. Самое зачетное место в плане заката. Ира! Кофе будешь? Давай быстрее кружку. Да, вода почистела. Чистее, да? Стало прозрачно, да, так голубовая, да. Голубизной отдает. Что ты там, Белый дом, задумался? Край Курганского.
Рыжая гора, там тоже можно покристаллить. Дайгава облако. Вот там такие же были, где мы кристаллы искали, только еще выше прям. В этом году нет, зато здесь вот. Все, вижу, да. Она и тогда была здесь налить. А мне кажется, не было. Это же дорогу возвращается. Нет, вот прошу поездку. Нет, я просто Вова помню, что была налить на этой реке. Там с Казахстаном там приезжали, но здесь не было, там было мощно. Долина Курганского, где мы стояли, там далеко видны темные космы дождей. Это Тыват, а там дальше идет Джулукул, а налево Кендыктыкол. Сейчас мы возвращаемся от экспедиции обратно в Нижний мир. Простых людей, простых дел, простых забот из долины Кургана, Курганского. Слева у нас священная вершина Мангонтайга. Священная гора, которая считается самой священной местой. Стоит оба. Через перевал. Да, въезд в долину, чтобы задобрить духа, чтобы все хорошо. Государственной границы с Монголией. Тут куча байбаков бегает. На них границы не распространяется. А вот у нас, да. Вот
кстати, пришла идея, почему границы делают, да, чтобы дураки из одной стороны в другую не перебегали. Буквально 10 метров. Ногу сломал. Монгольских лыжней вертолетная стоянка имеется, все чинарем положено, сортиры подальше вынесены, колдун стоит для посадки вертолетов, многие самолеты, много курганов. Вязал кедровод, скорее всего это база концов. На высоте 2000 метров мы проезжаем с границы Монголии огромное бесчисленное количество глыб из
гранита шарообразной формы. Тем самым говоря, что эти круглые глыбы тащила какая-то неистовая водяная или какая сила с более высоких гор. Вот они, полукруглые. И тут огромное количество. Возможно, это ледник, возможно, это какое-то озеро, сошедшее с гор. Ну, посмотрите. Там вся долина у этих валунов. Метеоритная долина. А над ней стоит большая борода большого облака, сливающего дождь. Уже Монголия. А еще дальше Китай, а там уже Вьетнам и Таиланд. Везде живут люди, везде ищут счастье и радость. Вот здесь граница проходит, столбики стоят, видно. Озеро находится уже за пограничной зоне. Россия и Монголия. Да нет, достаточно, просто длинный. Вот там плавают, лебедь что ли плавает? Да, лебедь. Смотри на озеро. Ага, лебедь. Точно, лебедь. Да. Ну а вот тут точно можно подойти. Ну да, вон посмотри, вообще не очень. И так вот, наполнит, я тут на рыбалке в Монголии. Да, ничего, как привет. Репортаж из Монголии. Байбака жрут, байбака походу. Байбака жрут, да. Нельзя пойти обратно, что ли? Ну, там, блин, там птицы вон огромные, кушают что-то. Не отдадут. Байбака жрут, сидят, смотри, вон толпой целый. Ну. Офигеть. Ну попробуй. Вот я на видеокамеру снимаю, вообще там приближение максимально. Нет, твою оптику сейчас, ох. Круто. Отлично. Что там было на спине? Так, впереди. Чего? Все, максимальное приближение. Нет, все, убежал. Толпа целая, смотри, прям. Вот этот самый большой. Ну там сразу по ней по старшинству и дать рук. Остальные сидят, ждут. Все задумались. Жует. Жалко, такого приближения нет, чтобы хоть посмотреть, кого они там кушают. Байбак, там байбак лежит. Там. Ну что, не достанешь? Поймали. Ну, надо доставать, там все это... Круто. Красота. Он же там у меня все. Вот такую эпическую музыку жрут байбака. Да-да-да-да, я тоже сейчас, кстати, задумалась. Да, так антуражненько, да? Антуражненько. Я на видос снимаю с максимальным приближением. Оп, не пускает никого. Да там и 4 человека сидит. Ну. 4 человека. Ну, один, двое улетело еще. Да, да, не пускает, видишь. Он кто-то сверху крыльями растопырился. Закрыл, да, тогда? Да.
Так они его поймали. Как они... Еще? Да я тоже думаю, сдох или поймали? Да поймали, да, а что? Наверное, да, он валялся. Иногда норы путает, не в свою долбится, у него срака наружу торчит. То есть ему жопу клювами напинали, да? А что, толпой-то в 6 человек, блин. 7. 7 их тут сидело, да, получается? 5 еще осталось, 2 улетели. Ну, пирушка. Ну, надо налить им еще. Налить? Нам тоже на обед пора. Тот вообще крылья растопырил. Ну да. Ну видишь, закрыл хавчик. Ну, не пускает никого. Сейчас пока не накушается, этим фиг чудо. Ну, у них там по старшинству. Он рвет шерстку на нем. Ну что, посмотрели, все. Родион. Родион там уже в экстазе уже. Птичку видел. Погнали. Ну вы переливайте, мы, если что, там у магазина там хлеб с молоком покушаем. Граница с Монголией. Ведь направь. Пакетик есть, но очень красиво. Да, Рус положил пакетик маленький сюда. Я утром лазил масло заливать, капот вот открыть, дорога и настежь улететь. Вот тут так мы не нашли. А я его не заметил. Офигенная природа, красота. Найдешь в Большом Сибирском. Парад облаков нас стучает и провожает. Там дорога, через которую мы поедем. Он как морал. Скачет. Слушай, отработал свой этот. Да, да, все, сдал норматив. А мне сзади, он спереди пробежался. Ой, что-то он прям бежит. Байбак, что ли? Нет, ну, Руслан. Как это? Может, что, кадр какой-то? Узрел, да. Узрел. Смотри. Да здесь кадров миллион вообще. На перерез, мы там сейчас направо пойдем. А, там Лазерцо. Ну. Еще, или что, он тут подходит? Нет, он вон тут учует. Ну, он опять пофотографирует. Ну, понятное дело. Любит мегабайты попортить сегодня. Не, нам дорога точно. Ладно, дальше. Ну, что-то как-то далеко. Не, ну очень красиво, блин, ё-моё. В Нижнем мире такого нет. Не, если в самый низ там далеко, она не здесь, она дальше там просто. Да. Его надо здесь подбирать. Он как выми висит. Спускается, она там дальше. Не, ну правда, виды красивые, озеро такое симпатичное. Вообще классно. Вот у нас на Джилукуле планировалась небольшая такая фотосессия. Вот видишь, Вовка, у нас природа как бы даже это заступила за нас. Сделал он такой босяцкий подгон. Ну мы сейчас там вот на этом, на острове. Если что, там красиво, да? Ну так как, ну красиво. Мы там эти радиалочки сделаем, на марсианские пейзажи сходим. То есть мы этот все равно с Родионом, этот, как сказать, погнали. Восполним это все. Вот природа нам подогнала, красотища какая. Вовка, смотри, слева какая-то табличка какая-то. А, ну да, смотрите. Ой, там да, я в прошлый раз видел тоже. Курган с этой с плитой прям. Недавно, видать, кто-то знатный патрон, там лежит что-то еще. Ну, может быть, что-то давно, либо еще что-то такое. Не видать, что там? Там все. Надписи какие-то. Много так исписано. Ну, строк 7-8. Слушай, надо это самое, а то эти все молоко там. Все, погнали. Ничего не оставят, да.
блин, за что такое? Ну, курган не говорит, блин, каждую минуту, блин, пейзаж меняется. Вот, поймал, что хотел. Надеюсь, этот кадр стоило бегать. Смотри, Козовый фронт. Серпантин дороги. Только рада приседал там. Ну вот, да, вот здесь остановит. Сейчас покажу. Ёлки-палки. Это нереальная красотища. Солнце очень крутое. Вот сейчас поставим такие рисунки. Вот Жулукуль, такие штуки вот и видны. Вот это нам как бы это... Компенсация. Да. Что мы люди добрые, нам это положено. Блин, побежал, Саша, хорошо стал, да, по камням. Бескрайно мы, как говорится, благодарен за то, что мы приехали сюда. А тех залупачёс с автоматами, нам кажется. Вот здесь делаешь. Ну, блядь, чуть назад.
скатывать назад все. А сейчас, если ты мне предложишь, пошлю тебе я. Потому что ты надо вообще в кроссовках. Ну вот. Ладно, что, договорились? Долина реки Каргы. Ой, Маген Бурен. Ну, мы раньше лебедки не было, мы как джеком лебедились, прикинь, вообще чума. Да уж, я помню, как мы его топором рубили, блин. Во всякое разное. Всяко разум, без оргазма. Оргазм начался, когда ты сказал: парни, встаньте на хайджек, а то меня его вырывает тросом. Гагарин. И все схватились, как футболисты, в общем. Ту же самую позу сделали. А тувинцы испугались, кстати. Они вообще какие-то очкуры. Они и в эту поездку хотели ехать сюда. Вату катали. Это братья, которые? Да, они самые. Тебе дали снайпер сейчас? Ты же с ним поругался в прошлом году. Вот я и говорю. Это не я, это они самые. Я же им хочу. Они меня в Крузо хотели в 2014 году. Так вот, они меня и подбили поехать на Джулуку, а сами не поехали. Ты место подбили, это самое. Заняли, сами не поехали. Меня подбили, я поехал. А сами не поехали. А вы там со встречкой разошлись, нет? Мы сами не ездили, пошли, они их не видели. Мы еще не видели. Ты там в колесах посмотри, может, что-нибудь уже переехали, застряло, как у тигра мясо в зубах. Ну там хайджек только застрять может. Красный. Дети. Озеро Аккуль и Вовкина космическая музыка.
кричало бы громче. Геро! Маршрутка. Чем тише кричишь, тем дольше уедешь от своей остановки. И галочка является. Что там? Ну да. Что там, что там? Ну, галка на поршень нападает. Ого! Гоняет вон его. Оп-оп, по зубе. Приняла с утра, что ли? Да не, а походу делает. Да. Просто от места отгоняет, может. Ну и кругами все. Был бы их трое, они бы уже отогнали давно. Они такие. Боевые такие. Вот там. Где? Вон на том. О, там птицы дофига там. Птицы вот. Да. Там птицы до хрена всякой. Ну непонятно, сейчас подъедем поближе. Какие большие, длинные слишком. Да не домашние, не домашние? Не, какие домашние тут, ты что? Они целые стоят. Это где? Они плавают. Они ходят по, а, по берегу они. По берегу и по воде он смотрит. Потенциальный обед, между прочим. Да. Вовка, давай, 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 давай. Там суп убегает от нас. На двух ногах, на своих. Что-то на гусей больше. Гуси, 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 да. Гуси. Га-га-га. Если хотите, да-да-да. Так же было. Да. Так же было, тоже лужа была. А. Тут еще местные стояли, тут что-то. А, да. Шаманили тут. Вовка, тормозни чуть-чуть, напортим гусей. Ты че, я их на видео снимаю. Блин, Вова, а? Ну трясет же. Там Черный вот сидит. Смотри. Ух ты! Цепель похоже, да. Черный цепель? Да, 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 точно цепель. Длинный такой, тонкий. Ух ты, это вкусно. Не, гуси, гуси, они же такие жирненькие. Ну, гуси уже хорошо, не промазывались. У меня же этот есть, как его называют. Еще мы рыбку запекали. О, какой офигенный курганич. Сейчас там еще будет. Вон дама вообще огромный, гигантский еще. Мегалистический такой. Супер. Курган. С другой стороны тоже смотри. Да, и там. Там. Вот бы сюда с металлоискателем бы заведаться. Вообще где-то читал, говорили, что только 10% курганов исследовало в Тыве. Ну, это хранище. Да. Ты попробуй до них еще доберись. А вот. А? Да вот добрались, вот. Вон, да. Не знаю, вообще говорю, что там еще дальше. Музей есть. Тыве, как раз по курганской части. Там раскопали какой-то, там нашли там золото немерено вообще. Ну очень немерено. Но суть не в золоте, а в том, что как оно изготовлено. То есть там некоторые изделия сделаны из, там, из доли миллиметра частичек золота. То есть элемент, один элемент от доли миллиметра занимает. Бусинка такая микроскопическая. То есть со современным еще это используется. Супер технологии были раньше. Анунаки, в общем. Доброту валяться не будет.
голод идет, когда голод прижимает, там уже на дух плевать. Да, да, главное наесться, а там что будет. Он прыгает к себе. Он за дорогу прыгает. Вот это да. Жертвоприношение. Вот оттуда мы приехали. Всем привет, это я, Алекс. Сегодня у меня репортаж не из дома, не из Москвы, как привыкли все видеть, не из Киева, не из Лондона, не из Турции. А откуда? А вот смотрите внимательно. Вы думаете, это Алтай? А нет, это не Алтай, это Тыва. Та самая республика Тыва, которая является родиной шаманизма, родиной сырлыков, больших быков, родина первой естественной культуры, огромное количество курганов и той самой жизни, которая еще осталась, так называемой, еще за тысячу лет до нашей эры. И вот я здесь сегодня нахожусь, гуляю, иду вот по такой вот дороге замечательной, пешком. И любуюсь красотами гор, которые находятся в снегах. Вы их сейчас видите, как раз передо мной такие горы. Вон впереди меня пасутся лошади. Там еще чуть-чуть левее пасутся сырлыки. Это местные чабаны здесь занимаются тем, что занимались их деды и отцы тысячи лет назад. Вот, и я такой вот турист. Спускаемся с перевала Бузум на Кузе. Воркичевушмана. Вот здесь такая вражеская такая тема имеется. Вот они тут на глазки цветут во всю. Огоньки. Огоньки зацветают во всю. Видите, на глазки цветут. Как уехать там? 1-2, 1-2. Да, золотой корень. Попробуем.
смотрите лучше на правый борт, а то на левый борт что-то как-то это не весело вообще. Я лучше глазом видеокамеры посмотрю на левый борт. А, видите? Да. А там у вас ничего не цветет, а здесь огоньки. Тут отцвел прострел уже. Огоньки только распускаться начинают. Речки Бугузин. Бугузин, пойдем в магазин. Памятник неизвестному архитектору. Че там, тормозной паровой этот самый? От Шишиги, наверное, смотрите, слева памятник. Ну да, вот, вот я не говорю, неизвестному архитектору. Столько золотого корня вообще. Красиво, завались вообще. Вот куда за травой ездить. Вот, Вов, она говорила, вот эти вот цветочки внизу, такие серенькие, вот это вот, это от цвета, от цвета. Серенькие-то какие? Ну, так, фиолетово-серые. Вот эти вот. Это золотой корень, все желтенькое вот это. Оранжевые – это огоньки. Нет, там по правому было. Сейчас едут, прострел. Ну, они едут, я думаю. А чем прострел-то? В чем прикол прострела? Он какой-то термоядерный, что ли? Она его хотела выкопать, она с собой. Да, она хотела. Там настойка делается для суставов, короче. А золотой корень еще круче, короче. Из него можно правильный чай делать. У меня где-то, наверное, с 14-го года еще лежит. Я вот так и не использовал. А вот я то же самое привез домой, тоже лежит. Здесь накопанный, кстати. Вот. Да, 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 да. У меня тоже самая тема. Мы здесь копались с тобой. Речка Бугузин видна уже. Бугузин, пойдем в магазин. Столик. Столик. Исуслик. Исуслик. Качество. Это они не будут для себя. А, так это, да. Исус спрячь стал. Спрячь. Может, остановиться.
Кварца навалено вообще. О, какой хороший камень кварц валяется. Ну, здесь то же самое. С кварцем с немерен. Пейзаж уже другой абсолютно. Да. Более зеленый здесь какой-то. Ну, по-другому.
А мы на севере находимся, здесь больше осадков. И ну еще на высоте. А сейчас спустимся вниз, там будет такая пустыня тоже желтая. Стойбище уже с домиком. Они так спинку тешат себе. Они же стеножные, да? Пути не были. Она так пришла к сюда. Хромает, хромает. Да, стеножные. Один, одна пацан.
сюда пошел. Духада, ты сюда пришел. Подзадник. Ага. Кучерявый вообще. Поджоги какие-то. Увидел, обоссался. Что поделать? Мохнаты. Ну, вообще. Шмель. Вот смотри. Да. Выедает. Ну, смотри, как прям вообще прям сильно. Кашу. Какой он бычок. Серьезный такой, да? Ну, видимо, там тропа была. Что, даже скучно переезжать, Вовк? В тот раз аж поставил вот эту, помнишь, мы с тобой? А, ну да. Мы стрелялись с тобой вот там. Так, мы здесь снимали, да, когда он захлестнул? Да. Ну да. Да, воды практически нет. Ну что, Вовка, давай захлёстывание уже с дымком, чтобы было. Тут.
Всем привет, это я, Алекс. Представляю свой алтайский офис по работе. Вот у меня здесь стоит ноут. Там вот у нас гудит генератор в кустах. А вот у меня модем висит билайновский. Вот я здесь типа как работаю в интернете. Заливаю видос очередной с Алтая. А сам я нахожусь в долине Чугао-Зун. В долине Чугао-Зун, недалеко от Кашагача. Такое местечко, где марсианский пейзаж. Вот тут народ готовит харчик на костре. Вот как бы лучше офиса и не придумать на самом деле. На свежем воздухе, на природе, с костром. Причем на Алтае. Высота примерно 1800 метров над уровнем моря. Здесь курорт, жарко. Так что те ребята, которые говорили, что Лёха, ты сумасшедший, езди на Алтай в снега. Когда в России так лето короткое, вы ошибаетесь. Здесь тоже курорт. Здесь недалеко течет горная река, ее слышно. Вот ее, кстати, и видно вот там. Приветствую всех с марсианских пейзажей. Я Алекс, блогер. Солнечная, отличная погода, жарко тусим. Гуляем, смотрим природу. Они идут там. Сережки. Чуть-чуть не поросли. Солнышко надо. Вот это вот, да, иголки такие у него. Что такое? Цветочки красивые. Это колючка верблюжья очередная. Видишь, их можно вот такое. Шнурки в разные стороны. Вниз до той точки, потом с той точки я покажу, как дальше. Нифига себе там. Нет, так я про что и говорю, видишь? Так вот и мы именно. Сейчас так же будем ползти. Не-не-не, здесь нормально, Вовка это знает. Серега! Сейчас дует в какую-нибудь сторону. Попробуйте кадр взять. Да. Так это не мана, а хлеба. Мана-мана. Мана-мана. Просто вот этот парень тут уже вот прям. Он захватил и не знает, куда бы убежать от всех, чтобы сажать в тихушку. Ты-ты-ты-ты-ты. Боком-боком поволок. Не знает, по-моему, куда его приткнуть. Да он, видишь, не влезает он там ни в одну ногу. Все, залез. Не-не-не, он там это пытается его. Ну давай. Не пролезает. Байбак.
Он его там с другой стороны. Он его с другой стороны теперь пытается тащить. О, тащит. Сколько там, говорите, 2000 стоит домашний муравей? Можно за 1500 найти. Да, можно даже за 1500. Можно даже за... Можно самому сделать. Я даже видела то, что на Алиэкспресс уже продают. Вырыть и в банку бросить. На Алиэкспресс опасно. Там они сами как-нибудь разберутся. Муравьев там сразу не подают. Там опасно, что сам этот аквариум разбиться может, пока едет. Аквариум, да. Где? На Алибабе? На Алиэкспресс. Ну, Алибаба, да. Я там заказывал себе экраны, все нахрен разбитое пришло. Не знаю. Где кристаллы нашел? Искал ракушки, а нашел кристаллы. Ну, Серег, тебе что-то не то. Ой, фигично. Искал ракушки, а нашел кристаллы. Причем два разных вида по цвету. Даже три. А точнее четыре, конечно, еще прям уже почему такое. Идем среди марсианских пейзажей, здесь речка, цветут тополя, благоухает зелень, тихо, солнце, красная почва, большие красные галыши, благодать. Это Алтай, Южный Алтай, который правильно считается. Здесь гигантский тополь рос. От него только пенек остался. Брал. Ну, мне жарко просто. А, то есть тебе специально? Да. Если обратить внимание на тополя, то можно заметить, что здесь кора у них особой такой вот толщины. Такой особо глубокой, мощной. Это говорит о том, что здесь не только бывает очень жарко, но бывает очень холодно. Щеточкой мягкой пройтись. Я в карман убрал уже. Правильно. Ой, кузнец. Кузнец, гамма. Придем. Без нас решил пойти. На разведку вперед. Пойдем? А, радиоволны на горе. Это гнездо грифона. Гнездо грифона это. В горах. Там никого нет, только перья торчат. Огромное такое. Еще раз приближу, покажу, где это гнездо находится. Судя по всему, там никого нет.
Тут у нас случилась радуга на острове Чевушмана, на Чугао-Зу. Вон она огромная такая и полная. Вон она вниз спускается на ту сторону. Вот такая суперская радуга. Такая счастливая вся. Вот я такой весь счастливый, короче. Да, тут у нас глинтвейн имеется. Глинтвейн вот тут. И радуга. И радуга. Да, чунга-чанга. Курайская степь у нас на кадре 23 июня 16 года, и смотрим через Курайскую степь на северо-чуйский хребет на смотровой площадке. Там вот находится Актру, Малый Актру. Высоты этих вершин доходят до 3500 метров над уровнем моря. Один из сложнейших там перевалов. Бывает, людишки там гибнут, теряются. А мы здесь вот занимаемся Ну, давай. Где там буль-буль? Да нету буль-буль. Он затаился. А в какой дырке ты его ждать? В этой? Вообще ждать можно в любой дырке. Ну, было вот здесь. Не-не-не, по кругу. До собачьих нас медведей. Гейзеровое озеро. Там на дне извержение происходит. Прикольно. Вылазит оттуда. Пахнет. Ага.
Прям пахнет. Глина и юм. Леха, ты кушать пойдешь? Нет, ясно. Худеть.